всем привет. Сразу хочу попросить подписаться на мой канал. Спасибо всем за просмотр моих видео. Спасибо всем за лайки. Спасибо всем за дизлайки. Кстати, дизлайки — это тоже активность на канале. И не устану повторять, что YouTube расценивает это все как положительный фактор. Так что можете ставить и дизлайки, критические комментарии приветствуются, также и похвальные, всем респект за это. Давайте сегодня посмотрим видео про чудо-агрегат. Всем приятного просмотра. Возникла необходимость вот здесь вот такой вот пилой круглой просверлить отверстие. Вообще у меня целый набор этих пил. Большой я еще не пробовал, а маленькое пробовал, но дрелью. Дрель мне не понравилась, мало оборотов для такой пилы. И сегодня попробую другой приспособы рассверлить. Так, сейчас я размечу. 25, как раз. Такой набор, тут шестигранник. Значит, в таком кейсе находятся эти пилы. Ну вот иногда надо сверлить круглые отверстия и нечем. Балеринки нет у меня, вот зато такой вот. Есть, она уже разведенная тут слегка, я как бы сам не разводил. Большая, кстати, меньше разведенная, чем малая. И вот сюда я сейчас хочу засверлиться. Предварительно я не хочу сразу вот центрующим сверлом лезть, заранее сделаю отверстие. Это вот такое вот у меня сверло, вот обратное, японское, то есть его нужно в обратную сторону сверлить, шикарное, просто как по маслу, всем рекомендую, кстати. А использовать я хочу вот болгарку с патроном. Накручивается патрон до упора, как можно мощнее. Беру ключик, раскрываю его, вот сюда устанавливаю и затянуть. Рукой сначала, а потом вот ключиком по всем точкам. Еще, кстати, ключиком до затяжка очень достаточно серьезная такая. Кто пренебрегает ключом, тот зря так поступает, потому что будет очень большой люфт, биение раскроется, да и вообще это не очень-то нормально. Надо затянуть по всем точкам патрончик. И вот такой агрегат получился. Вот такая вот пилища. У меня с регулировкой оборотов болгарка. Здесь такой колесик. Вот он позволяет как малые обороты применять, так и супер большие, высокие. Вот я сюда предварительно засверлился, чтобы наверняка сразу так вот. Вот проверим сейчас. Это на малых оборотах. Самого биения сверла нету по центру, а тарелка, она елозит. Хотя я все отцентровал, вот эта вот центровочная гайка, вот тут вот центровочная гайка есть, она всю вот эту конструкцию, все это должна выравнивать, по идее. Где-то на четверке, вот так вот, смотрите. То есть на четверке я тогда буду сейчас. А ну-ка пятерку давлю обороты средние, то есть, ну, не сильно подгорает. Вот это как у дрели максимальные обороты сейчас.
мы получили в итоге? Это отверстие, вот смотрите. Вы видели процесс пиления. Чуть-чуть подпалила она. Мне надо было чаще вытаскивать, остужая. Быстрее хотел вам показать сейчас. Вот этот колесик, ну, естественно, он куда-то может пригодиться, как отход какой-то. Ну, применить как подставку, кстати, под что-то можно. Вот тут уже с отверстием. Идеально хорошо пропилилась, дрель не справлялась и тормозилась. Здесь вот как бы оборотов побольше. Для чего я это сделал себе, я вам объясню. Ну, примитивнейшая такая вот установочка. Наспех это сделано. Вот смотрите, такой верстачок, да, то есть перевернутая табуретка и вот установлена вот эта вот столешница на скорую руку. Ну, для чего? Для того, чтобы... Просто положил какой-нибудь материал, который надо сверлить, и ты сверлишь просто сразу же с учетом этого отверстия. Все. Спасибо за просмотры, спасибо за лайки, за дизлайки. Подписывайтесь, может быть, кому-нибудь эти советы пригодятся. И всегда отвечу взаимностью. Пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.